Всем привет! Ура, 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 ура! На моем официальном YouTube-канале сегодня, час назад, вышел мой первый влог про мою жизнь, Ольга Бузова Лайф. Там вы увидите все, что остается за кадром во время моих съемок, гастролей, путешествий. Там нет абсолютно никакого сценария. Полная импровизация и моя жизнь. Ольга Бузова Лайф. Смотрите, с вами Диверт. Ну и поскольку это мой первый выпуск, можете меня поздравить. Конечно, мне очень важно ваше мнение, чтобы вы все посмотрели, чтобы вы написали, интересно вам, захватывает. Что добавить, чего не хватает? Пожалуйста, смотрите. Сейчас посмотрела свои сторис, обратила внимание, что очень блестит вокруг рта. Просто зимой у меня очень сохнут губы. Я не могу жить без крема для рук и без бальзама. Поэтому я пользуюсь вот таким лечащим бальзамчиком, наношу на губки и вокруг. Так, куда я приехала? Я приехала на уходик за личиком к любимым моим Ласта Бьюти. Девочки, привет! Вот такая вот я красивая сегодня. Вот, я делаю в Ласта Бьюти вот эту процедуру Hydra Fashion. Я уже вам про нее рассказывала. Пока лежу с масочкой, мне принесли кофе. Скоро буду красивой. Ну все, мои процедурки закончились. Увлажнение потрясающее, очищение, сыворотки, масочки, личико здоровое, блестящее и не травмирует кожу. Потрясающий аппарат Hydra Fashion. Вот такой вот замечательный кабинет. Наверное, уже видели неоднократно. Вот он аппарат. Параллельно мне сделали липолиз по телу, потому что пока тренироваться не могу. Так, ну все, я поехала на работу. Приеду сюда еще на одну процедурку в воскресенье, на новую. Скажите, вам интересно, что я делаю? Про бьюти-новиночки рассказывать? Да, нет. Можно еще встретиться. Ты накрашена красиво, давай смываем макияж. Мы уже не можем встретиться сколько? Несколько недель. Мы с устрицей не можем никак поесть. Да, встречались только у нашего косметолога. Давай следующий раз устрицы. Да, давай. Залин, тебе сюда. И знаешь все мои сокровенные тайны, и еще потом просишь, чтобы я не расстраивалась. Куся, я соскучилась по тебе. Приезжай ко мне. That's it, Brian?